Собственно, до старта самих всемирных студенческих игр осталось всего 40 дней. Огонь универсиады привел в Ростов-на-Дону. Это 14-й город в маршруте. Факел по улицам пронесли лучшие спортсмены. Городскую чашу огня зажгли сразу 37 факелоносцев. Следующим пунктом путешествия огня станет Санкт-Петербург. В Казань он прибудет 6 июля, в день открытия универсиады.